Всем привет! Вы снова на канале Зоопсихлесенька. И на этот раз не будет никакого обучающего видео. Я просто хочу поделиться с вами тем, как мы проводим время на даче. Первое, что мы делаем по приезду на дачу, мы выпускаем собак погулять, чтобы они могли поноситься, сделать свои дела, немножко сбросить напряжение после дороги, чтобы впоследствии они дали нам спокойно посидеть, отдохнуть и ни о чем не думать. Все время, пока мы находимся на даче, собаки так или иначе все равно находятся где-то рядом. Они ненавязчиво предлагают игру, либо просто где-то кружат вокруг нас. Это устраивает всех, потому что не нужно беспокоиться о том, где на данный момент находятся собаки, что они делают. Эстетика загородной жизни завораживает. У моих собак есть четкие правила поведения на даче, с которыми они спокойно согласились и живут так. Кстати говоря, Белла научилась всему от них, хотя иногда пытается и поднарушить правила. На свежем воздухе всем хочется чего-нибудь покушать, поэтому, как правило, мы берем с собой что-то и для собак, хотя это не входит в график их питания. Есть что-то волшебное в том, когда жаришь шашлыки на даче, моешь лук снегом, накладываешь шашлыки перчатками и ставишь кофе остывать в сугробе. Ну и, конечно, так или иначе, огонь собирает всех вокруг себя. Холодно не было, но поднести руки поближе к огню, в этом есть что-то до боли родное и уютное. Дача для нас – это некое место силы. Даже несколько часов, проведенных на даче, очень здорово лечат душу, восполняют энергию и просто несут покой. Я очень надеюсь, что у каждого есть такое место силы. Ну и, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех вас, друзья, за то, что вы со мной, за то, что поддерживаете меня. Без вас мне было бы гораздо тяжелее.